Привет, Джули! Куда это ты собралась? А я хочу сплавать на ту сторону, вот на том водном мотоцикле. Мне нужно перевезти улики на остров. Сейчас я их возьму, они у меня тут в сумочке. И поеду туда. Это классно. Мне бы тоже сейчас хотелось покататься на водном мотоцикле. Но у нас, к сожалению, работа. Мы пока не можем покататься. Но я тоже туда не кататься еду. Мне нужно вот эти вот улики туда перевезти. А на водном мотоцикле, я думаю, в самый раз. Чем я ехать на моей машинке, это вы знаете, сколько мне придется объезжать. Так будет очень быстро. Но будь там осторожен на водном мотоцикле, потому что он скоростной. Да ладно, что со мной случится? Тем более у меня такая маленькая сумочка. Ну вот и все. Ну ладно, я поехала. Пока! Будь осторожна, Джуди! Ау-ау-ау! Если что-то случится, сообщи нам, Джуди! Конечно, если что, я вам обязательно сообщу! Пока! Ой, что-то случилось с двигателем. Сломался мой мотоцикл. Что-то случилось. Неожиданная для меня ситуация. Что же случилось? Почему я не еду дальше? Надо посмотреть сзади. Наверное, что-то сломалось, но вот так вот аккуратно сумочку поставлю тут. Что же случилось? Ау, кто-нибудь! У меня сломался мотоцикл! Наверное, я сама тут не разберусь. Ой, моя сумочка! Моя сумочка утонула! Там же были очень важные улики! Что я скажу своему начальству? Я думаю, срочно нужно вызывать спасателей. Вызываю. Зик Райдер, выходи на связь. Райдер, тебя вызывают! Да я уже бегу к мотоциклу. Сейчас посмотрю, кто вызывает. Итак, говори, Джуди, это Райдер, я на связи, слушаю тебя. Слышно очень хорошо. Говори, что случилось? Я нахожусь в океане. У меня случайно упала в воду сумка, а в сумке были очень важные улики, без которых мне нельзя возвращаться. И у меня сломался водный мотоцикл. Пожалуйста, помогите мне. Пришлите кого-нибудь, любого водолаза. Пусть он нырнет, я думаю, он достанет эту сумочку. Только нужно будет обязательно фонарик, потому что на дне океана очень темно. Хорошо, Джуди, я тебя прекрасно понял. Высылаю к тебе Скай, она будет контролировать эту операцию. И еще приедет Зума. У Зумы будет специальное снаряжение и обязательно подводный фонарик. Он найдет твою сумку обязательно. Не беспокойся, минут через 5-10 они уже будут у тебя. Спасибо, Зик Райдер. Ну что, Скай, ты все слышала. Итак, взлетай на своем аппарате и контролируй операцию. А Зума сейчас уже будет выезжать на своем катере. Все понятно, Райдер. Итак, открываю свои крылышки и потом буду аккуратненько взлетать. Вот так вот. Итак, все готово. И взлетаю. Я полетела. Уже скоро буду на месте. Привет, Зума. Здравствуй, Райдер. Оу-оу-оу. Ну что, готов выполнить свою миссию? Я всегда готов. Ты же знаешь об этом, Райдер. Сейчас сюда подъедет робопес на фургончике, и ты узнаешь свою миссию. О, значит, у меня будет сегодня новая карточка моей миссии? Конечно, и не только карточка, и еще кое-что. Вау, классно, значит, еще какой-то сюрприз, я даже не догадываюсь. Ну а вот робопес и едет, сейчас ты все узнаешь. А пока не узнал свою миссию, можешь посмотреть, какой сюрприз я тебе приготовил. Итак, обернись, и ты это увидишь. Итак, что же это? Ух ты, спасибо, Райдер. У меня теперь новый ранец. Это же подводный фонарь. Райдер, спасибо! Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня у нас, как обычно, новый игровой набор. Щенячий патруль. Миссия щенков. Зумма. Это сегодня, друзья, у нас главный герой. Он занимается надводным и подводным спасением. Зумма сегодня получил новый рюкзачок. И у него еще появилась новая карточка миссии. А в рюкзачке, друзья, смотрите, что мы видим. Да, это подводный фонарь. Нажимаем на кнопочку, и фонарь вылетает из ранца. А это специальный аппарат, куда вставляются карточки миссии, и он определяет, кто какую миссию будет выполнять. Полная команда щенячьего патруля. Ну что, друзья, наша любимая распаковочка. Рассмотрим нашего героя поближе, и особенно его новую карту. Зума с новым рюкзачком. В рюкзачке посмотрите, какое оборудование. Это фонарь. А кроме нового рюкзачка, посмотрите, у Зумы сегодня очки защитные. Вот, они полностью защищают глаза нашего щенка. Ну а это фонарик. При нажатии вот этой кнопочки фонарик должен вылететь. Итак, нажимаем на кнопочку. Хопа! Фонарик готов к работе. И вот так он все освещает на своем пути. И Зума ищет то, что ему нужно. А на карточке миссии Зумы, смотрите, что мы видим, друзья. Это под водой, наверху катер Зумы, а это якорь. Видимо, катер просто остановился, и кто-то выронил ключи. Они упали вниз под воду. А тут морской котик за этим за всем наблюдает. И потом чуть-чуть переворачиваем карту, посмотрите, появляется Зума. Видите, он светит своим фонариком и плывет за своими ключами. Значит, его миссия – это подводное спасение. Вот так он помогает под водой находить вещи при помощи своего
фонарика. Хоп, 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 хоп. Ну что, друзья, вперед в мир щенячьего патруля. Будем наблюдать за новыми историями. О, это что такое было? Что-то желтое промелькнуло. Мне показалось, что это акула. Ух ты, это точно акула. Вот она здесь плавает рядом. Ой, как страшно. Это акула, значит, она меня унюхала. Вот она подплывает ко мне. Ух ты, надо притвориться, что я ее не вижу. Я не вижу никакой акулы. Ой, по-моему, уплыла. Что-то ее больше не вижу. А, опять плывет. О, помогите, она меня атакует. Помогите, акула на меня напала. Помогите кто-нибудь. Джуди, ничего не бойся, я рядом, все, я прилетела до тебя. Сейчас я попробую усмирить эту акулу. У меня есть костяшка, я сейчас попаду ею в нее. Смотри, главное мне хорошо приметиться. Сейчас я попробую попасть в эту акулу костяшкой. Главное мне хорошо прицелиться. Вот она уже подплывает, я вижу ее. Сейчас, Джуди, я попробую попасть в эту акулу. Я вижу ее. Сейчас я прицелюсь и кидаю в нее костяшку. О, молодец! Скай, ты попала точно в цель! Прям по башке этой акуле костяшкой! Ха-ха-ха-ха-ха! Она оглушенная уплыла! Спасибо тебе, Скай! Пожалуйста! Это не мне, моей костяшке спасибо! Как она точно попала по башке! Ха-ха-ха! Этой акуле! Ну ничего, Джуди! Уже должен прибыть Зума сюда! Сейчас он тебе найдет твою сумочку! О, робопес едет! Наконец-то подъехал! Ну что, Зума, давай наверх посмотрим карточку твоей миссии! Пошли за мной, поднимаемся! Идут за тобой, Райдер! Зума, вставляем карточку твоей миссии! Смотри внимательно! Да-да, конечно, смотрю! Смотрим, какая же у тебя будет миссия! Кто-то обронил ключи под воду, они глубоко под водой, их увидел морской котик! И смотри, что происходит дальше! Дальше появляешься ты! Хопа! Смотри, и забираешь ключи, и уносишь их наверх. И отдаешь ключи их владельцу. Все понятно. Я, значит, должен под водой найти вещь, которую потеряли, и поднять наверх. И отдать тому, кто это потерял. Ты понял все правильно. Значит, твоя миссия – подводная миссия. Так, в путь. Там уже тебя ждет Скай. И вы вместе со Скай поможете ей достать сумку. Я все понял, Райдер. Ау-ау-ау. Все будет сделано. А самое главное, у тебя ранец непростой. Там не просто подводный фонарик, который тебе будет освещать дорогу. Но еще в этом фонарике двигатель, который поможет тебе плыть очень быстро. Два в одном, это классно. Сразу двигатель и фонарик. Ух ты, это класс. Ну ладно, я поехал. Пока, ждите меня. Пока, будь осторожен, Зума. А вот и Зума уже едет. Вот он приехал наконец-то. Дождались мы его. Зума, помоги, пожалуйста. Вот прям подо мной там внизу лежит сумка моя. Она туда упала. Вот прям я здесь стояла, вот на этом месте. Даже не отплыла ни капельки. Смотрим, сейчас я нырну туда вниз. Очень важные улики. Сделаю все возможное, не переживай. Итак, все, я ныряю вниз. Я ныряю вниз под воду, пока. Ох, как тут классно под водой. И все так хорошо видно в этой маске. О, как я себя хорошо здесь чувствую. Итак, нужно открыть мой двигатель и включить фонарик. Нажимаю на кнопочку. Хопа. Ух ты, как светло. Все видно. Ну где же сумочка у Джуди? Что-то я ее не вижу. Где же эта сумочка? Ах ты, о, вижу, вижу, вот эта сумочка. Ой, как классно светит фонарик, все видно. И как хорошо работает двигатель. Я так быстро передвигаюсь под водой. Сейчас я достану эту сумочку. Ага, вот она как зацепилась. Сейчас я ее сниму отсюда. Ну вот и все готово. А теперь я поднимусь наверх к Джуди. Ох, как же она сейчас обрадуется. Вот так. Какой все-таки классный ранец мне подарил Райдер. Все, я вижу, он мне светит. И так я быстро плаваю под водой. Ну вот, Джуди, я уже тут. Видишь, я нашел твою сумочку. Ну что, на, забирай свою сумку. Спасибо тебе, Райдер, ты меня выручил. Обращайся, у меня такая профессия. Выручать и помогать. Тем более у меня теперь новый ранец. Я знаешь, как теперь быстро плаваю под водой. И все-все увижу, что там лежит на дне. Я сегодня скажу в своем полицейском участке, чтоб тебе выписали почетную грамоту. Да ладно, зачем, не нужно. Это моя работа, я уже привык. Моя миссия – подводное спасение. Большое спасибо тебе, Зума. Ну все, я поехала к себе в участок. Пока. Пока, Джуди. Ну а если у вас, друзья, что-то упало в воду и потерялось, обращайтесь в Потап и зовите там меня. Я вам обязательно все найду под водой. Любую вещь. Смотрите Потап, и тут вы увидите много чего интересного. А пока, всем до свидания. До новых встреч. Смотрите Потап, и у вас все будет отлично. Ау-ау-ау.